В главных новостях дня. Небывалый ливень, принесенный ураганом на этой неделе, прекратится завтра утром, когда шторм уйдет. Также стало известно о пропаже корабля. Поиски уже ведутся вдоль побережья. Подробнее о ходе поисков далее в нашем выпуске. Пока отметим, что из-за рекордного количества осадков за минувшие несколько дней, некоторые округи буквально ушли под воду. Как мы видим на радаре, стихия движется на северо-восток, постепенно теряя силу. И к завтрашнему утру мы вздохнем... Много горе разрушило! Не сказали. Маргарет, открывай! Я нашел еще одно. Иду. О, совсем молодая. Да уж, как там вторая? Спит, бедняжка. Пусть у нас поживут пару дней, а там отвезем в город. Зои, Зои, иди, возьми чистые одежды из прачечной. О, она в нефти, что ли, да, испачкалась? Ужас. Переоденем бедняжку в чистое и уложим в теплую постель в старую комнату Лукаса. Эй, нормально? А что, другого места нет? Лукас, помолчи. Ты слишком взрослый, чтобы там жить. Всегда мечтал открыть гостиницу. Ну, постояльцы уже есть. Неси ее в постель. Я суп разогрею. Что за вечер без супа, а? Извиняюсь, Лукас. Возьми одежду в прачечной, милая. Неси девочке чистую одежду. Милая, вымой и переодень ее. Будь добра, я проверю сарай для лодок. Он уже наполовину затоплен. Да, папа. Ну что, крошка, давай умываться. Теперь они мои. Что? Папа, у нас свет вырубило? Это молния ударила.
Куда же она подевалась? Что это было? Лукас, что случилось? Ты в порядке? Что здесь происходит?
Я знаю. Знаю. Так и есть. Я вас всех люблю. Как? Мама, это ты? Зои, взгляни. Посмотри, что она подарила. Сколько всего красивого надарила мне моя девочка! Боже! Маргарет, какого черта? Беги в гараж! Принеси веревку! Иди, живо! Прочь с дороги, Джек! А мы ее! Жена, отвали! Отвали! Не доводи до греха! Мама, что происходит? Я иду, папа. Не волнуйся, все гораздо хуже, чем кажется. Чистота приближает к Богу, и твоя мама сейчас в двух шагах от него, сука. Она хочет этого от меня. Я должен показать ей мою преданность. Она хочет, чтобы мы все показали ей нашу любовь. Ты же ее не разочаруешь? Как и все мы. О ком ты говоришь? О твоей новой сестре Иве. Когда я говорю принести веревку, надо ее принести. Папа, прекрати. Пожалуйста. Она тебя ждет. Ну что случилось, родная? Разве ты не хочешь поиграть с новой сестрой? Для тебя. Когда я говорю принести веревку, надо ее принести. Придется. Папа, тебя что на тебя нашло? В моем доме. Подчиняйся мне. Ясно? Отстань! Я тебя... Зои, я искал тебя. Что? Хочешь в прятки поиграть? Зои! Зои! Папа! Прекрати! Пожалуйста! Она тебя ждет!
Когда я говорю принести веревку, надо ее принести. Придется получить тебя уму. Папа, что на тебя нашло? В моем доме подчиняйся мне, ясно? Отстань! Иди сюда, Зои! Когда я говорю принести веревку, надо ее принести. Придется получить тебя уму. Папа, что на тебя нашло? В моем доме подчиняйся мне. Ясно? Отстань! Надо найти выход. Зои, открой дверь. Отстань! Я тебя все равно найду. Прекрати. Почему? Сейчас как дуну, как плюну, сука! Папа! Говорю, принести веревку. Надо ее принести. Придется получить тебя уму. Папа, что на тебя нашло? В моем доме подчиняйся мне. Ясно? Надо найти выход. Зои, открой дверь. Отстань! Я тебя все равно найду. Прекрати. Почему? Отсюда выбираться. Я тебя вижу, золотце. Угомонись! Ты же не хочешь, чтобы тебе сделали больно! Нужно отсюда выбираться. Зой! Вот ты где! Угомонись! Ты же не хочешь, чтобы тебе сделали больно! Я быстрее тебя, золотце!
нужно отсюда выбираться. У тебя будет младшая сестренка, Зои. Познакомься с ней, Зои. Нужно отсюда выбираться. Зои! У тебя будет младшая сестренка, Зои. Иди сюда! Одинока, Зои. Наш долг ее защитить. Эвелина назвала меня мамой. Ну, разве не прелесть?